Салам, пацаны. Че такие серьезные? Че случилось? Чекуня, скажешь? Да не, ну, Александр, говори. В смысле, чего скажешь? Она много. Говори, говори, говори. Короче, брат, смотри, мы по-любому тебя любим, понимаешь? Ну, ты по-любому наш брат, ты по-любому, как бы тебе объяснить, останешься в нашем сердце, да? Но у нас просто выхода нет. В смысле? Что случилось? Чё, ну, смотри, сейчас праздник же, Курбан-Байрам. Ну, это хорошо же праздник. Да, и все вот барашков режут. Ну? Ага. Ну, вот смотри, пацаны все на отличие закончили. Я тоже отлично закончил, да? Все, универ, у нас всех дипломы, например, да? Ага. А у тебя нет диплома, понимаешь? И? Ну, мы просто мы бы скинулись, но у нас возможности нету купить барашка, uh-huh. понимаешь? А зарезать надо же, это же праздник же. Ты что, урод, хочешь сказать, что я барашка?